Какой сегодня день? Какой? Какой? Какое число? Я не знаю, какое сегодня число, даже не знаю, какой сегодня день, недели. Какое число? Подумай. Какое число? 12 августа. А у нас свадьба когда была? Не 13? Нет. 12? 12. Сегодня у нас годовщина. Серьезно? Да. Первая годовщина. Мне так неудобно, что я забыла. Почему? Как у нас свадьба 12-го, а малой родился 13-го. Оставляю человека моего маленького на папу и убегаю. Представляешь, год прошел, год назад у нас была свадьба, сейчас нас уже малыш. Вообще, малому завтра месяц.